We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ой, кто-то ёлочку пришёл смотреть, да? Вот оно что. Вот оно как. Ой. Да. Ну как тебе, сыночек, ёлочка? Нравится, да? Надо свет маме включить, что ли? Больше, да? О, вот так будет видно. О, кто это? Сенька, кто это? А? Сенечка, а кто это у тебя? Ой, куда это ты поехал с ним? А? Где ты, малыш? У тебя подгузник слазит. Ой, ты Тима встал сразу под елку. Вот оно как. Упал. Всем привет. Начинаю весь влог с того, что опомнилась показать про подарок. Вчера снимала видео, да? Смотрите, здесь на этой общей коробке написано «Мишка Айс» и тоже подписано «Минск Водоканал». То есть Минск Водоканал у коммунарки заказал индивидуально вот эти подарки, видите? Ну, все-таки Минск Водоканал имеет около 3000, а то и больше сотрудников. Поэтому подарков много. Эту коробку пока не выбросила, решила вам показать. Так вот, вот, смотрите, чем занимается у меня ребенок. Ребенок, давай без тебя. Значит, показать решила корм, который... Боже. Корм, который ест наша Соня и Барбара. Миакан, итальянский корм для мелких собак. Вот такой вот мешок большой. Мы покупаем по 20 килограмм, потому что собак 2. Видите, здесь омега-3. Значит, сейчас не помню. Вот, видите, с курицы. С курицы он, да? Это я принесла с балкона, чтобы пересыпать. Храним мы корм вот в такой емкости, да, которая стоит у нас здесь под раковиной. Вот он такой вот мелкий. Насыпаем мы непосредственно отсюда. Вот такой он мелкий. Ничего с ним не становится, что он стоит на балконе абсолютно. Этот мешок просто вот здесь открыт, и мы его заворачиваем там. И все, и он стоит. Вот. До этого мы кормили еще своих собак тренерку, кормом тренер. Ну, как-то стал значительно дороже вот этого. Этот корм мы покупаем порядка до 80 рублей белорусских, он нам выходит. Там 78, 76, что-то такое вот, да? Ну, такие дела, 20 килограмм, напоминаю. Могу здесь показать вам еще, видите, такая есть суточная доза, может, кому-то нужно, тут... Ой, отойди, пожалуйста. Сенька нам не дает суточную дозу даже показать. Это корм для взрослых собак, именно мелких пород, полноценное питание, видите, для собак весом не более 10 килограмм. Вот суточная доза, вес собаки и доза, видите? Так, ну и тут что в нем содержится, я уже сейчас все вам не прочитаю. Семен хочет быть в кадре. Я хочу ведро наполнить, но что-то другое погорячилось. Наверное, еще останется в остатке корм. Сейчас посмотрим. Да? Ага. Сень, не надо. В таких больших мешках выгоднее покупать корм. Видите, уже коробка собралась. Короче, у меня сейчас какое-никое размусоривание. Собираю банки, шклянки, всякие маме своей. Коробку эту сейчас сложу, маленькие вещи сюда. И этот мешок убираю. Короче, ни минуты покоя у меня. Значит, Сёма, не стучи. Не стучи, смотрите, что пишут.
Начала я уже подготовку, варю десяток яиц. Здесь у меня варится картошка, подготовка к Новому году на салаты. Еще хочу морковь сварить сегодня, а вообще основная готовка завтра. И достану курицу на разморозку, которая будет фаршироваться. Ну и картошка это у меня варится на ужин. Буду делать с луком, вот лук почистила, и фарш. Картошка сварится, сделаю пюре. Это сейчас все обжарю и сделаю в духовке запеканку. Вот. Хочу вам показать, какой подарок получила я от своего Санты. Я его, конечно, просто распаковала, поэтому немножко уже не в том виде, в котором это было. Да? Сейчас, так, цвет включу, будет получше. Вот. Здесь много всего. Значит, мой Санта. Девочку зовут Оля, мне передала подарок. Сказки для детей. Две вот такие масочки. Интенсивный коллаген. Коллаген с алоэ. Ой. Потом вот такая свеча у меня белая. Так, на Новый год. Как раз к столу, может быть. Для моих детишек, причем три, видите, она так, так подготовилась. Три Барни, якобы Насте, наверное, Прохору и Семену, да? Носочки, брестки наши, брестки махровые внутри, да? Тоже такая новогодняя тематика. Вот это она шила с льна. Такую дорожку на стол, да, новогодний. Она была красиво так скручена тоже, типа свечки. Вот. И девочка сама шьет. Она сшила мне вот такую замечательную сумку. Причем она специально ее сделала через плечо. Можно через, чтобы одевать, чтобы ребенком было удобно гулять летнее, видите? Смотрите, как красиво она здесь все это джинсом, да? И тут вышила. Молодец. Короче, вот такая вот у меня сумка. На кнопочка, на магнитике, видите? Вот. И внутри все подкладочная ткань. Здесь вот такое дно. Вот. Так что буду пользоваться, носить эту сумочку с большим удовольствием летом. Такая она вместительная, видите. Главное, чтобы Настя у меня ее не попросила. Вот. Ну, вот такие вот у меня подарочки. На стол у меня красной дорожки нет. У меня есть как раз белая скатерть. Дорожку эту вот можно, она такой вот ширины. Всегда постелить. Вот ширина вся, да. Но единственное, что мы сейчас в этом году едем отмечать к маме, поэтому эта дорожка будет у меня пока лежать. Вот. Так что вот такие дела. Кстати, пойду под елочку детям положу Барни и книжечки. Вот так. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Будем встретимся в следующем году. Я всем желаю счастья, здоровья. Пусть все светлое и хорошее вам принесет этот год. Вот. Вот я пассирую лук. Здесь уже у меня морковь варится. Мало у меня, все, что есть, то варю. И вот я сделала пюре. Пюре делаю на своем комбайне. Сейчас это все выкладываю вот здесь. Потом мясо с луком, потом опять картошечку. И будет в духовке. Чуть я не понимаю, в какой мне форме делать. Наверное, это у меня не самая большая, но она глубокая. Вот. Сейчас посмотрю, может, заменю. Вот что у меня получилось, да. Вот мой лук. Здесь я сейчас буду помешать. Добавила соль, перец, и у меня филе-финель попалось. Под руки. Прекрасно. Вкусно уже пахнет. Сейчас это все обжарится. Это потом с луком перемешаю. Положу наверх. Последний слой будет опять картофель. Потом на картофель масло положу в духовку.
смотрите, пожарила, смешала с луком. И сейчас это все переложу. Теперь я не могу снимать и все переложить, это я не одна. Мы уже вот проснулись, да? Мы вдвоем. Мы с Семеном. А папа наш думает, что мы с Сеней ничего не приготовили, да, что мама не успела. Наша картоха еще. Ой. Тут мы с тобой что-то одной рукой сложно. Ну, что, тебе тепло? Сенька, ты будешь картошечку у меня кушать? Сейчас пюрешечку Семеньке еще дай. Нам Семеньку картошечку покушать, да? Картошечку Сёма любит такую кушать. В пюре я добавила масло, молоко. Вот, яйцо я не добавляла никакого. Сейчас в духовку. Главное, что чтобы сверху корочка такая немножко подпеклась. И все, и будет нам вкусно-вкусно. Правда, Сенька? Как у меня форма прям тютелька в тютельку, да? Сёма у нас какой-то совсем недовольный. Он хочет к маме, и все, и с мамой его не пускают никуда. Я тебя не пущу. Ты мой сладкий. Положила маслица и в духовку. Отправила я на 190 градусов в духовку. Масло, конечно, у меня растаяло. Ну, наверное, на час посмотрю. Нет, вы истребляем всех на этой планете, чтобы нам было комфортно. Представьте, прилетел в какой-то... Вот как будто по асфальту вот так протащили, знаете, лицо вот такое состояние. Как будто вот со стороны на себя посмотрели, вот на жизнь, на свою, на всю, на все эти деньги, на все это имущество, на все это производство, на все эти рынки сбыта, на все эти партнеров, на все эти рестораны.